Всем приветики! Не прошло и 3 недель, как нам прислали вот такой вот конвертик. Я его так нещадно порвала сейчас. Вот такой конверт. Так как машину мы покупали в салоне, они сами берутся за оформление машины. Я так понимаю, вот это вот сам салон, наверное. Ну, в общем, брали мы ее в Пойнт-Ломе. И вот такой вот конвертик. И что было в конвертике? В конвертике были номера. Двое номеров. Одни, вот видите, с наклейкой с регистрацией. Август и регистрация. Вторые простые, потому что тут самое главное права... Ой, номера это сзади, чтобы были номера. А вторые спереди можно вообще не вешать. Поэтому информации они как бы никакой такой сильно важной не несут. А вот так вот выглядят наши номера. Обычные, стандартные, без всяких там... Тут же можно всякие там картинки выбрать, можно что-то свое написать. У нас обычные. Ну, как бы нафиг надо. И еще вот такая вот регистрация машины лежала. Такая вот бумажка с данными о машине, о том, что машина поставлена на учет. И, как я поняла... Вот это вот будет наша сумма, да, вот годовой налог. Вот он. $162 мы будем платить в год за саму вот эту регистрацию. Ну, вот за эту штучку, если я правильно понимаю. Вот. Такие вот у нас новости. Чуть больше 3 недель мы ждали, хотя нам обещали в течение 2. И так можно кататься спокойно. Главное, чтобы страховка была. Вот такие номерочки. Всем пока-пока!